Даш, а ты еще не передумала в педагогический идти? Нет, я уже представляю, как мы с тобой будем учителями. Да. Ой, а ты знаешь, мне мама рассказывала, что раньше в школах учились в две смены. Не может быть такого. Да даже в нашей школе такое было. Неужели это правда, дорогие учителя? Да, было. Мы решили пофантазировать и представить, как это было. Зарисовка в учительской. Все, осталось только четвертый урок постоять. Ой, и пятый продержаться. Девочки, вы представляете, у меня валерьянка закончилась. Ты в аптечке возьмите. Да, да. Идет, идет. Так, ну, здравствуйте, коллеги. Как работается? Ой, вашими молитвами. Татьяна Александровна, какая-то вы невеселая. Может, случилось что-то? Угадали. И самое главное ведь то, что у меня сегодня две смены, еще и педсовет. Ой, 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 я вас так понимаю. У меня у самой не меньше вашего. И все старшие классы. Еще и, наверное, БЭ. И заодно к ним выйти не хочется. Ой, коллеги, надоело все. Сил нет. Хоть бы случилось что-нибудь. Землетрясение, например. Или пожар. Пожар? Где отдыхайте, пожар? Отдыхайте. Придумала тоже. Мы вон карантина в том году сколько ждали. И ничего ж не было. А вы говорите, пожар, пожар. Ну первая же школа горела. Нашли о чем вспомнить. Это когда было-то? Да тем более у них ведь все не как у людей. Ой, первая школа всегда любила выделяться. А чем вы хуже-то? Нам в прошлом году бомбу подкладывали. Полдня с миноискателями рыскали. И как? Нашли? Нет, конечно, но первую смену отменили. В первой смене всегда фартит, а во второй? Ну, хоть бы что-нибудь случилось. Не скажите, коллега, вот у меня во второй смене часто воду отключают. А толк с того уроки все равно проводим. Да, этот год вообще какой-то неудачный. Даже труб ни разу не лопнулся. А чего им лопаться-то? Даже морозов сильных не было. Эх. Ударил бы сейчас мороз, градусов так под 60. Коллеги, какой мороз? На улице-то жара. А я читала, что в Аргентине снег в июле выпал. До 5 метров высотой. Представляете? Представляете? У нас бы такой выпал. Ну и что? В школу-то все равно пришлось бы идти. Ой, не говорите. У нас хоть град, хоть камни да. С неба. Иди и работай. И ученички наши тоже хороши. Хоть бы раз договорились и не пришли все вместе на урок. Порадовали бы учителя. Как же дождешься от них? Максимум, что они могут, это вон кнопку на стул подложить или доску мою натереть. А мои, представляете, мышь на урок принесли. Напугать меня думали. Ну как, напугали? Да у меня дом точно такая же в клетке сидит. Нашли, чем удивить. Вот у меня на уроке... Вот случай такой вышел. А валидол подвезли? Так, валерьянки осталось еще 42 литра. Ну, недель должно хватить. А потом гурано еще подбросить. Так, все, коллеги, у меня урок. Ой, мамочки, урок уже 10 минут идет. Да. Она так переполошилась, как будто первый раз. Забежала. Ты молода еще, не притерлась. Да. Ладно, пойдем, пойдем. Пойдем.